Добрый вечер, дорогие друзья. Вот моя теплица, вот мои помидорки вот так цветут. Трава наросла, дождь прошел, надо полоть. Тут у меня цветут огурчики. Ну, начинают расти тоже. Уже собираем помаленьку, едим. Сейчас я буду обрабатывать помидоры завязью. Я вот развела завязь. Они у меня что-то не хотят плодоносить. О, не накачала. Хорошо. Сейчас накачаем. Сейчас прям вот так вот хорошо накачала. И буду вот так обрабатывать. Обработаю все завязью. Посмотрим, что будет. Сегодня у нас 23 число. Посмотрим результат через неделю. Думаю, может, что-нибудь изменится. Надеюсь, что-нибудь изменится. Вот мой имбирь. Я его пересадила в ведро. Но он что-то у меня в ведре хуже растет. В том году я также помидоры садила в теплице. Но были покупные, почему-то они плохо плодоносили. Хотела обработать завязью, но не стала. А в этом году решила обработать. Посмотрим, что из этого выйдет. В общем, обрабатываю так все помидорки. И ждем результат, что из этого выйдет. Всем пока-пока. Буду обрабатывать.